what's on your mind. Stupid lines you hid behind. I like Drake, you like Bono. You drink Jose, I sip Moscato. You love LA, I miss Toronto. I feel like I'm on my own. We both know where this is heading. We both tried to write our own different endings. Started out with good intentions. To our collections. Was all a lie. Never said what's on your mind. The stupid lines you hid behind. I like Drake, you like Bono. You drink Jose, I sip Moscato. You love LA, I miss Toronto. I feel like I'm on my own. We both know where this is heading. We both tried to write our own different endings. Started out with good intentions. To our collections. Ребята, всем доброе утро. Моя тренировка уже закончилась. Сегодня я что-то не такая мокрая, запыханная, как раньше. Возможно, как-то дольше делала заминку. Напоминаю, что у меня есть разминка, потом заминка. Поэтому я сейчас могу вот так спокойно сесть перед вами и поговорить. Надеюсь, я вас смотивировала на утреннюю зарядку, на тренировку, на спорт, на похудение к Новому году. Я желаю вам доброго, хорошего утра. По системе Табата так советуют заниматься через день, делать день выходной, потом снова приступать. Но я вам скажу так, что я занимаюсь, например, вот третья тренировка, я ее делаю 2 дня подряд, не делаю никакого перерыва. Потом четвертая тренировка, 2 дня подряд, я 2 дня прогоняю эту тренировку. И мне не тяжело, мне хорошо, чувствую себя здорово, бодро. С каждым, напоминаю, что с каждой тренировкой упражнение все сложнее и сложнее. Вы можете все больше и больше. Фух, вам не передать этого блаженства после тренировки, такое восхищение, что да, я это сделала. Сейчас душ, чашку чая в руку и просто горжусь собой, что я не сдаюсь, что я иду дальше, что я занимаюсь. Я знаю, как неуклюже я выгляжу в камере, когда я делаю эти тренировки. Я не знаю, как так выходит у тренеров, когда они так красиво выглядят в кадре, когда они делают эту тренировку. Ну, конечно, это все вес, это все неповоротливость. Они, конечно, в идеальной форме, поэтому все так красиво оттренировано, красиво выглядит. А у нас вот так. Ну ничего. Я не вижу, как я себя снимаю, как я выгляжу. Я просто себе вот так тренируюсь, как получается, как будто никого нет, никто на меня не смотрит, поэтому получается. А потом уже как монтирую это видео, смотрю, как выходит моя тренировка, как оно все получается, думаю, о боже. Ну ничего, стараемся, идем дальше. Ну, дети, куда вы пришли? Развлекательный центр. Развлекательный центр. Табы бокс. Ну все, поехали. Развлекаться. Идем за Полиной, сынок. Полина? Боже, я не рассчитывала. Сейчас спускаться, надо было брать какой-то... Блин, это, конечно, была ошибка. Пойти без папы. Они разбегаются в разные стороны. Дети. Но пока справляюсь. Боже, что я снимаю? Пока справляюсь. Всем привет, ребята. Надо сказать, что
нас сегодня суббота, и мы решили прийти в очень шумное место для деток, где много всего, так что мы... Ярик, Полина. Это просто мечта. Детей всех, батуты. Ну что, Ярик? У-ху! Полинка, давай! Полинка молодец! Классно! Не испугалась чуть-чуть? Что, я когда пришла сюда, в этот развлекательный центр, то я сначала контролировала каждого. Я записала номер телефона на руке и Полины, и Ярика, потому что здесь очень легко потеряться. И потом по чуть-чуть, с каждой минутой, я понимала, что это просто нереально, чтобы я контролировала обеих детей. И я подумала, ну действительно, здесь он никуда не убежит. Я вижу, родители спокойно сидят, себе отдыхают, дети здесь играют. И я по чуть-чуть так начала расслабляться. И сейчас вот у меня кофе, Полинка устала, тоже пьет. Сейчас ждем свою еду, потому что нам, я там уже стала, жду. Она говорит, что это долго нужно будет ждать. Садитесь за столик, потом придете. И все, Ярик уже играется сам. Я вот смотрю, пока нигде его не вижу. Сидим за столиком, придет, пусть попьет, потому что уже очень хочется пить. И я же говорю, все, я уже расслабилась, он уже там играет, там нереально, просто там есть такие узкие, такие проходы, что я просто не пролезу, и родитель туда не пролезет, только ребенок. И Полина уже свое наигралась, ей очень мало надо, она уже хочет спать, так что мы здесь еще ненадолго и уже домой. Еще чуть-чуть тут побудем и уже будем спешить домой. Я надеюсь, что мне слышно, потому что здесь очень-очень шумно. У меня болит горло, я чуть-чуть болею, и мне кажется, что я еще больше заболею, потому что с детьми не разговариваю, а кричу. Жадно пьем фанту, потому что нельзя здесь своим питьем, едой. Взяла кофе и жду еще картошку, нам дадут еще там что-то. Ярик прибежал, убежал. А Полина со мной. Здесь для маленьких деток такие бассейны, тут горки, и мы там с ней. Она бегает, потом ко мне примигает, я ее вижу. А вот Ярик только что где-то был. Сейчас уже его нет. Хотел мне что-то показать, но говорю, Ярик, я ж с Полиной. Фу, я только что спускалась с такой горки, я так испугалась, я так этого всего не люблю, но мне приходится сейчас лазить, такие щельки пролазить, что просто самой страшно. Здесь немножко... Вот это я понимаю, много шариков, просто можно утонуть. Не то, что дома. У нас дома 200 с чем-то шариков, и это, кажется, очень мало. Просто детей не видно. Где Ярик? Ярик, ты где? Ярослав. В море. Классно. Наконец-то я тебя словила. Как тебе? Как будто у тебя день рождения, правда? Такая веселуха, вкусно, ты проголодался уже. Посмотрите, я так хорошо, что я взяла Ярику это. И маечку, и футболочку. Он так бегает, что ему здесь майки жарко.
утра, детки. Классный завтрак у вас? Прям не ожидали, да? Что там эта каша? Вот пончики, о! Там много чашек у вас и водичка. Так, была акция на наш кофе, и мы много всяких видов купили. Ну как много? Покажу, что, что пьем. Всегда мы пьем кафе Крема. Тут очень хорошая пенка, но в последнее время, после приезда, кстати, мамы, мне начала не нравиться эта пенка, бывает, но есть такое утро, и я пью Крёнинг, она без этого, без пенки, так что я попиваю Крёнинг, Сережа нет, отказывается, говорит, не годится, ему только с пенкой, и мне отличается вот вкус вот этого кафе Крема Интенсо, вот какой-то другой вкус, так что иногда я покупаю и вот эти капсулы. Сереже не нравится. Привет. Всем привет, зайка. Мы занимаемся, у нас сейчас геометрия, тут робот с кружков, прямоугольников и треугольников. Все нужно закрасить, соответственно, каким-то... Ярика, ну давай правильно возьмем. Три пальчика. Да. Меня тетя Николь тоже так делала, мне это помогло. Тетя Николь тебе всегда помогает держать правильно. Мы покажем, нам Лиля подарила очень классных дельфинчиков, которые помогают правильно держать карандаш. Они крутые. Я не знаю, где их Лиля купила, мы сейчас вам их покажем. А пока что Ярик разрисовывает робота. А давай покажем, как мы только что с тобою части тела разбирали. С чем были проблемы? С какой частью? Не, смотрите, я быстро очень писала, очень некрасиво, просто хотела быстро. Ярик просто быстро отвечал на вопросы, поэтому я быстро писала. Мы не знали C, что это ноги на ноге. Что знал Ярика, я не знала, это штен, что это лоб, я не знала. А так все мы решили. Вот, хочу вам показать этого дельфинчика. Тут как раз для трех пальчиков есть место. Сейчас наглядно все покажу. Вот красный. Вот так ребеночек берет. Вот здесь один пальчик, здесь второй пальчик. И снизу для третьего пальчика тут тоже есть место. И он очень фиксируется пальчики. И тогда очень легко научиться правильно держать карандаш, ручку. Так, ну нет. Что там у тебя? Еще треугольники остались, ручки, да? Угу. Пальчики. Угу. Тебе нравится? Угу. Тебе как нафиг. Робот какой. Теперь ты... Тебе еще вау. Угу. Крутой. Как я похож. На тебя похож? Один. Один. Три. Три. Четыре. Да. Два. Ага. Пять. Да. Один. Угу. Три. Привет, зайка, как ты? Заболела? Да. Полина очень кашляет, очень сильно. Раньше мы приходили недельку назад, но нам никаких не выписали от кашля этих лекарств. Теперь снова пришли. В прошлый раз ждали 3 часа. Мы без термина пришли. И в этот раз тоже пришли без термина. Но нам очень повезло. Мы 10 минуточек прождали. Я только Полинке сделала вот эту прическу. Успела. И нас уже вызвали. Там в комнате ожидания даже никого нет. Да? Так что нам просто крупно повезло. Ярика отвезли в садик. А Полинка со мной осталась, конечно. Сейчас доктор нам выпишет, надеюсь, какие-то лекарства, потому что кашель усилился, температуры нет, хотя раньше была. Ты сегодня к маме перебралась сегодня в кроватку? Да. И Ярик к маме пришел? Да. И папа тоже пришел с утра с работы. Мы не помещаемся все на этой кровати, нам тесно очень. Вы должны спать в своих кроватках? Да. Должны, да? Что мы там должны, мы знаем, а что хочется, это уже другое, да? Все заскучали за тобой, говорят, где Полина? Где наша Полина? Вот она, красотка. Мы с Полиной уже на кухне, мы даже не поверили, что так нас быстро приняли, сказали, что у Полинки легкие, чистые, потому что прошлой зимой... Осенью у нас было воспаление легких, поэтому мы теперь очень боимся этого. Итак, нам выписали простой проспан, сказали, что у нас все хорошо. И мы решили, что так как нам нужно много жидкости пить,
чаев. Полина уже чаев уже не хочет пить. Поэтому мы решили, что мы приготовим суп. Да, Полинка любит суп. Так что будем сейчас горяченький суп есть. Грибной. Да. Полина согласилась помыть грибы. Да? Ты закатала рукава? Да. Все, включаем водичку. Ой, мы встретились с Олей, и она меня познакомила со своими подружками, так что я вышла в свет. Была Оля, Лида, Марта, еще одна девушка с Сирии. У нас было очень много детей, просто целый стол занят был только нашими детьми. Мы хорошо провели время, как всегда, не хватило времени пообщаться. Дети отвлекали, дети маленькие. Я с Олей познакомилась случайно, Оля познакомилась со своими этими девочками, Мартой, Лидой тоже случайно, и такая у нас собралась такая веселая компания. Тут детки уселись, едят все, а мамы за другим столом отдыхают. Да, игрушки там тоже такие были. Посмотрите, сколько у нас детей много здесь. И мам много тоже. Ну все, детки, вы тут поедите, а мама пойдет, да? Потом вот так нажимаешь. Так, и бу, и уже так стреляет. Да. Как пушка. Как пушка. Тебе вкусно? И у Полины такая же игрушка, да. Вот так нажимаешь и бу, стреляет. Ну давай сначала поедим, хорошо? Мы тут сидим, а детки тут отдыхают. Поели, круто, да? Я тут уселась, а то, что надо, то, чем хочу с вами поделиться, я не взяла. Я не взяла сейчас. Минуточку. Минуточку. Ну, мои хорошие, поехали. Я хотела с вами поделиться очень хорошим средством, просто находкой для меня, потому что у меня, вы знаете, и у меня, и у Полины все-таки не такая большая проблема с сухостью губ, когда настает вот осень-зима. А у Ярика прям это облизывает губы, не слушается меня. Он трется, у него такая высокая такая курточка, губы трутся об курточку. Он облизывает губы. И у него обветрены не только губы, но и вокруг губ тоже красненькое. Оно все трескается, шелушится. Прям с этим мы так прожили прошлую осень-зиму. Средства я так и не нашла. Мы пользовались и вот этой такой хорошей, качественной, можно сказать, помадой. Она самая лучшая, мне кажется. Но даже она не справлялась. Были и вот такие простые какие-то помадки, знаете. И еще третья где-то у меня есть. Но они все не справлялись, не помогали нам. Увлажняли на некоторое время, и все. И тут я смотрю украинскую блогершу. Она всегда советует, знаете, такие средства. И я думаю, что у вас тоже есть такой человек, которого вы смотрите и доверяете ему на 100%. И все советы очень ценные по поводу здоровья, питания. Вот и у меня есть такая девушка, и она посоветовала... Она часто покупает органические всякие средства с Германии тоже. Она хвалит некоторые продукты, те, которые есть в Германии. Она покупает из Германии. И она посоветовала ланолин. Она говорит, что она увлажняет вот этим ланолином губы. И я вспомнила, что вот этот тюбик мне давали в роддоме. Полина в плане грудного вскармливания, она с первых минут она так сильно присосала, что я аж ёкнула. И это дало о себе знать. Буквально на второй день у меня уже потрескалась грудь, и я уже просила какое-то средство, и мне дали вот это. Ланолин очень многофункциональный, и вот я уже когда покупала, и когда мне уже я взяла в руки вот этот ланолин, я вспомнила, что мне давали еще его в роддоме. Но тогда у нас в семье родился маленький мальчик Назарчик, и я отдала, и у меня был такой пакет медикаментов, которые мне не нужны были, я думала, и я отдала. То есть у меня был вот этот тюбик, дали бесплатно в роддоме.
Но я уже купила его в аптеке. Кстати, 8 евро, не так и дешево стоит. Кошт, я хотела сказать на украинский. И я ни на минуточку не пожалела. Ребята, если у кого-то есть вот такая страшная проблема, как у моего Ярослава, я ему помазала всего раз или два. И все, он быстро у него стирался, этот крем с губ. И он не выдерживал, там фукал и всякое такое. Ну, знаете, как дети. Потому что это же не сладенькое, не пахнет там клубничка или что-то. Ну, вообще нейтральный вкус, но его просто пугало, что это какие-то лекарства там на губы. Он помазал всего 3 раза, наверное, мы помазали. Ребята, все корки пропали, все покраснения пропали, все трещины пропали. Вот я не знаю, ну сколько минут я вам это уже рассказываю. Поверьте, если вот есть такая у вас проблема у ваших детей, не пожалейте, купите. Я пытала какие-то средства добиться от нашего педиатра для губ, но она ничего не советовала, просто говорила, вот, купите какие-то такие помады или пантенол, кажется, или вазелин. Я не помню, она что-то такое сказала, чего у меня мази не было. И потом сразу же эта девушка сказала про ланолин, я пошла и купила. Так что его тут хватит надолго, он очень такой питательный, очень такой жирненький, его просто чуть-чуть надо на губы, так что я себе тоже, бывает, мажу. Следующее средство тоже просто от души, я реально советую. Я, когда ко мне приехала Лиля, я советую вот этот крем, написано, что это алоэ ватер, что это алоэ вода для нормальной и сухой кожи. Она, ну, это такое средство, посмотрите, уже просто заканчивается. И я балдею просто при каждом нанесении вечером. И даже с утра, если вот сухая кожа, он такой совсем жидкий. Он очень легко впитывается. Я люблю, когда средства пахнут духами. Это такой легкий такой запах. Ну, обалдеть. У кого есть, вы сейчас меня прекрасно понимаете. У кого нет, я вас просто прошу, приобретите, подарите себе на Новый год, положите себе под елочку. Я редко что-то покупаю 2 раза. Я собираюсь купить еще себе вот эту воду. Ко мне приехала Лиля и просит мне что-то, чтобы я ей дала какой-то крем. Я ей дала. И она с первого раза, с первого нанесения, она влюбилась в эту воду. Ну как крем, ну просто написано вода, он такой жидкий, не такой как крем, но поэтому, наверное, называется как вода. Лиля, когда ко мне приехала, я ей дала вот это средство, она нанесла, говорит, а продается такое в Украине, забила, там посмотрела, да, продается, приехала, говорит, я купила. Если вы хотя бы раз нанесете этот крем, попробуйте, там же есть пробники в магазине, вы себе купите, я вам гарантирую. Я прям вот очень хотела вам об этих двух средствах рассказать. И думаю, вот так сяду, найду время, нашла, все вам рассказала. Так что не благодарите, покупайте, дарите. Ну все, ребята, на этом будем заканчивать этот влог. Сейчас пойду его сделаю, смонтирую для вас, чтобы вы посмотрели за чашкой вкусного чая.